То, что мы вам рассказали в прошлом сюжете про единственное и самое дешевое место стройматериалов на рынке автомобилистов, было правдиво. Сюжет номер два. Я бы рассказал про то, как здесь работают с фирмой ProRab. Но понять-то надо, и вы понять должны, что на правом берегу в одном только месте вы по сути экономите. Вот посмотрите, как сюда добраться, и поймите результат. Я даже понимаю, что StroyUralOpt зарабатывает столько, чтобы хватало просто нормально жить, без приблуд. И когда мы говорим о цене вопроса в магазине StroyUralOpt, мы говорим, что здесь самые дешевые цены. В данном случае самые дешевые цены на бетономешалки. Вот они такие, и за моей спиной тоже есть. То есть это чуть покрупнее, а за моей спиной поменьше. Вопрос возникает, почему такие дешевые цены? Потому что люди начали экономить. И в действительности вы можете сами все дело сделать. Когда у вас есть замечательная бетономешалка, насыпали немножко, потом сколько нужно, перерили, и вы можете замечательным образом класть стены. Потихонечку, 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 зато все сделали сами. И в результате никому деньги больше не платите. Причем если вы кладете качественно, а сделать это не таким сложным образом и делается, то почему нет? Это будет гораздо вкуснее, чем кто-то притащил, собрали, и это не есть айс. А вы сюда пришли, вас интересуют цены здесь? Да. Какие здесь цены? Низкие. Странная ситуация была, человек пришел, принес свой электроинструмент. При этом электроинструмент здесь вы можете сдать, свой старый электроинструмент. Вы с ним попытались пообщаться, но что-то никак не получилось. Но в любом случае, вы принесли свой старый электроинструмент, любой, абсолютно любой. Может там сварочник где-то висит, старый, древний, помните такой? Вот. Сюда также принесли, получили замечательную скидку на то, что вам в действительности необходимо. Поэтому говорю вам, зайдите, посмотрите. Вдруг у вас есть что-то такое, что вам несложно сдать, продать. Особенно если оно и неисправно. Зато себе купите нормальную вещь. Сегодня середина рабочей недели, правильно? А почему вы здесь? Ну, стройка. Стройка, да? А в стройке что главное? Дешевые материалы? Конечно, дешевые материалы. Где берете стройматериалы? Да. Еще по магнитогорскому. Здесь? Здесь, StroyUralOpt'е. Да. Что вы смотрите здесь? Покупаю, я здесь постоянно покупаю. Почему вы выбрали StroyUralOpt'? Потому что здесь и в ценах приемлемые, и вообще мне удобно. То есть мы говорим, что StroyUralOpt' это дешевый магазин, да ведь? Здесь по сравнению, я вот записываю, где я сравниваю цены, здесь дешево. Мы даже не можем ничего сделать, у меня микрофон тут рядышком. И вот это, представляете, это середина недели. Мы сегодня в среду сюда приехали, представляете? Все разбирается, все раскупается. Как такое возможно? А, вопрос очень простой, потому что цены дешевые. И постоянный завоз нового товара. То есть, если что-то здесь нету, то вам придут в ближайшие сроки. Крутенько, да? Хотели про одно, а вышло про другое. Хотели про ProRab, а получилось про опт. Да еще как? Девушку помните? Я, по сути, всех сейчас девушками зову. Все посмотрела. На StroyUralOpt'е остановилась. Так что понять-то надо, где дешевле.